Я живу в деревне, в соседнем селе есть протестантская церковь, то ли пятидесятники, то ли свидетели. Ну, чувак, камон. Протестантская церковь, то ли пятидесятники, то ли свидетели. Охуеть, протестантская церковь. То есть, ну, свидетели Иеговы не просто не протестанты, они не христиане. У них Иисус как бы не Бог. Ну, у них просто чувак, которого к столбу примотали. Все. Как правило. Хотя нет, подождите, он у них не просто чувак, он же у них это воплощение Архангела Михаила. Нет, разве? Короче, не христиане, так или иначе. Вопрос о том, можно ли пятидесятников назвать протестантами, открытый, дискуссионный вопрос. Но они хотя бы христиане. Да. Я не последователь, никогда им не был. Да. Просто хорошо с этим знаком. Меня удивило то, что ты сказал. Я из такой семьи, поэтому хорошо осведомлен обо всем, что там происходило. Да. Особенно вот пассаж про то, что касательно того, что Иисус Сын Бога, свидетели напрямую цитируют Библию. Да. Свидетели Иеговы, они раньше назывались Общество исследователей Библии. Под этим названием их, собственно, преследовали в Третьем Рейхе в том числе.